Всем привет! Вы на канале Попугайчик ТВ. Сегодня я хочу рассказать, как заготавливать жердочки или палочки из плодовых деревьев, из веточек плодовых деревьев. Ну, жердочки я, конечно, не делаю ему из этих веточек, но я ему даю как в качестве погрызушек. Он хорошо кушает у меня кору. А еще лучше сделать, если вы поставите, вот особенно зимой сейчас режете вот эти веточки, поставите в воду. Они дадут почки. И вот эти веточки тогда обработать кипятком, промыть, обработать кипятком и давать нашему попугайчику. Там очень много витаминов, и все это очень полезно для здоровья нашего попугайчика. Но в данном случае я хочу что сделать? Вот я взяла ведро. Сейчас я замочу холодной водой на 5-6 часов, чтобы они откисали, так, как говорится. Сейчас покажу поближе. Вот налили мы воды в наше ведро с веточками. Они будут у нас мочиться 5-6 часов. Сейчас поближе покажу. Они будут у нас мочиться. 5-6 часов будут мочиться в этом ведре, в холодной воде. После этого мы их моем под проточной водой. Обычно я беру зубную щеточку. Все это мы промываем под проточной водой и обдаем кипятком. Просушиваем и в нашу клеточку вставляем, закрепляем. И попугайчик наш радостный и довольный грызет эти веточки. Так что пробуйте. Единственный момент, я что хочу сказать, что веточки должны быть не сосны, не смолистые деревья, не со смолистых деревьев. А потом тополь нельзя. Хорошо очень подходит плодово-ягодные деревья. Яблоня. Ну и все, что у нас относится к плодовым ягодам. Просто у нас тут недалеко от дома растут вот именно яблони. Я срезаю именно с яблонь вот эти все веточки. Ну, на этом всем пока. До новых встреч на канале Попугайчик ТВ.